То есть, по факту, я говорю всему миру, что, ребята, мы идем вообще не тем путем. Потому что такое устройство, оно очень технически сложное, с горизонтальной осью. В данном макете представлено очень простое решение. И здесь в одном объекте получается 5 инноваций. Мы просто-напросто берем 4 обычных здания. Высота может быть у них и 50 метров, может и 300 метров, и 500. Это не принципиально. То есть ставим их не совсем обычным образом и достигаем следующего эффекта. Когда вход между зданиями больше в 3 раза, чем выход между зданиями, то воздушный поток ускоряется как минимум 3-кратно.